больше ничего не взяла? Нет. Нет, честно. Дальше у нас идет сумочка Арниши Коне. И когда я ее увидела, я сразу подумала, что можно из нее сделать. А именно, мы попробуем сделать из этой сумки дорогущую сумочку Balenciaga. Для начала нам нужен желтенький цвет. У меня ощущение, будто бы я сейчас делаю паль.